За архив кинорежиссера Андрея Тарковского будет бороться Ивановская область. Глава региона Михаил Мень, узнав о том, что на аукцион выставят уникальные фотографии, сценарии и письма кинорежиссера, решил приобрести их для Юрьевецкого музея. Сейчас ведется сбор внебюджетных средств, так как тратить на покупку архива бюджетные средства нельзя. Аукцион состоится в Лондоне 28 ноября. Предварительная оценка личных вещей Тарковского – 5 миллионов рублей. Михаил Мень надеется, что к среде будет собрана достаточная сумма. Помогают соучредители кинофестиваля «Зеркало» и фонд культуры Никиты Михалкова.